Вытер об тебя заднюю часть Маргариты. А два? Что делает кнопка? А, кнопка, педаль это дает тапка. Хватит за меня. Иди заднюю, понял, да? Всем утюг, с вами Глюк и Сорс. Что за машинка, привет. Всем здрасте. Сколько сразу сообщений тебе. Это вот кто-то в подарки прислал, вот, собственно. Ничего особенного, на самом деле, просто красивенькая машина. Подожди, пропустай. О. Олдскульная. Стартуем! Ну, кстати, ванн там сзади не было, я просто поставил, чтобы у меня корова сзади отдыхала. Вот, чтобы Маргаритка маленькая. А, смотри, какие удобно. Угу, ей здорово. И не выпадет. А, слушай, то давайте тогда ванну, я вот это вот порулю. Не, давай я вот так вот. Она прикроет здесь глаза свои, все. И страшно. Блин, ну это... Она все равно сосет. Уже сколько серий нас вот этот значок повеселит. Блин, реально такая няшная штучка получилась. Слушай, она очень опасливо смотрит вперед. Веди нормально. Она прям глаза вытаращила. И, кстати, я тоже такой, знаешь. Ладно. Прикольная машинка, кстати. Это подписчики прислали, да, говоришь? Ну да, да. Ребятки, мы сегодня собрались здесь, чтобы смотреть ваши подарочки. И у меня больное горло. Я, короче, весь уже просто вот болею. Но все равно продолжаю делать для вас контент, потому что, ну, потому что скучно просто так болеть. И пытаюсь делать по мере своих возможностей. Поэтому запилите лайкос. Ну, да, и у Глюка души, у персонажа если... отрастет нога. Если хотите, чтобы я поскорее выздоровел, да. Ну, нога, да зачем? Я и так брутальнее, круто, все. Ладненько. Так, ну что? Что смотрим? Ну, давай подарки. Почему давай бы нет? Подарки. Я хочу подарок посмотреть. Да, потому что как бы на чужих каналах я подарки смотрю, но своих нет. У меня подарков, знаешь сколько? У меня до жопы подарков. Во избежание так. Избежания, лучше удержание. Что там наверху написано? Наверху что-то написано. Разукрашено как-то. Что это такое? Лайк. Только оно написано изнутри. А, вот, смотри, вот вход. Я нашел. Подожди, что это за здание такое огромное? Я нашел вход. Че себе подарок? Че такой здоровый? Прям здание. Вот этот нежданчик такой открываешь, а тут такое. Блин, это тупо, да, смешно. Тупо смешно, вот так вот. Все равно не тупо, но оно тупо смешно. Так, и что это? Это типа мой дом? Наверное. Слушай, ты его. Я свет вроде вырубил. Фотография твоя. Так вот ты такой глазами. Уфо. А тут лифт. Лифт. А лифт. Давай, поехали. Джбинг. Ну вот скорость желает как бы поменьше быть. Да, да нормально, мне кажется. Не, просто если три блока в секунду, то тогда оно не дергается. Что это такое? Кочерга какая-то? Это седьмая комната. Что это такое? Это моя спальня? Или это спальня с Леджер, я понял. Да, судя по цветам, да. И у него картина интерактивная. Вау. Которую... Так что, можно было? Когда ты хочешь просыпаться в другой комнате. Серьезно, так можно было? Такой дрык и уехал. Да, это личная комната с Леджера. Это вот для него все, видимо, сделано. Да, а тут стеклянная комната есть. Тут еще на картине у него писю. Так, а тут еще одна это, комната. Это вот моя комната, я понял. Это моя благородная. И она тоже вверх выезжает. Величественная комната. Она тоже вверх выезжает. На картине, кстати, ничего нет. Так, подожди. Говоришь, следующий этаж это через кровать только? Да. Только через кровать, значит. Так. Тут моя ютуберская. Ты еще ёшки-макарошки. Подпишись, лайк. А подожди, а тут моя харя. У Саджера что, тоже комната есть? Ну, да я вообще всегда думал, что он на вокзале где-то живет, записывает там и прочее. Не, ну смотри, тут тоже компьютер стоит. Ну, мне кажется, автор хочет сказать, что у него все-таки есть комната. Не, с другой стороны, вот тут на этом же этаже тоже есть комната. Ну, ты знаешь, мне не верится на самом деле. Ох ты ж, ёшки!
Глюк. У меня какой-то транспорт тут был. На ВАЭС, да, такая платформа? Да, я, короче, отсоединил ее, она меня шарахнула в потолок и застряла в потолке. А, тогда, пожалуй, не буду. А, потолок открывался предварительно, я понял. А я его выбил к хренам. Я понял, все, я пошел обратно. Мне не понравилось. Летающий транспорт это... А, это типа, это типа ховерскейт. А ты где вообще? Ты у Следжера, да? Не, я в потолке, да. У Следжера. Ага. А, так вот оно что было это. А я просто сверху дебил стал. Вот видишь, вынь-жынь. Вот, и оно типа вот там вот сверху. Так получается. Оно не поворачивает. Ну, вернее, поворачивает, но хреново. Вылетает. Хреново поворачивает. Лайк, подпишись, туалетная бумага. Ну, понятно. Ну, в общем, такой... Ой, слушай, а тут смотри, что, короче, тут врубаешь комп, а тут на компе, оказывается, он отображается что-нибудь. Хоть не ищен. А, это же этот, это YouTube. YouTube. Лютующий YouTube. Так, я что-то не понял. Здесь, мне кажется, есть какие-то... А, нету? Я думал, что здесь есть какие-то секретки. Экран есть один, второй. Картины вот эти вот писюновые. Это я свой комп врублю сейчас. У тебя, наверное, тоже Ютуб. Ну, у меня какая-то дичь страшная. А, это Лайкус, походу. Да. Ну, блин, забавно вообще-то. Да, картинки из таймеров я еще не видел. Не похож на твой комп это. Ну да, не похож. А экрана больше. Ну! Ну и все, в принципе, а что здесь? Больше нечего смотреть, больше ничего нет. Машинка, подожди, машинка. Не удаляй. Тут огромная машина. На бесплатном электричестве. Не? А кто за электричество платит? А, спонсор подвеска. А зачем трастер, если ты на бесплатно, если на подвеске едешь? Нафига тебе вот это вот? Ну поехали, чё. Маргарита ждет. Ну вот. Задняя подвеска, по-моему, хреново работает на заднем правом колесе. Вытер об тебя заднюю часть Маргариты. А два? Что делает кнопка? А, кнопка. Педаль это дает так. Хватит за меня. Иди задницу, понял, да? Все, едь сам. Я с тобой больше не играю. Ты мне не выходит отсюда. Дай постройку. Все, я не играю. Видели Сфорза? Иди в задницу. Это не я, это все Маргарита. Ну-ну-ну. Она тебя любит на самом деле. Я походу сейчас вылетел. А нет, ты что-то опять огромно не заспаунил. Ой, what the fuck, мазафак. Стоп. Я понимаю, что это глюк с пиксель-артом. Вот, кстати, вот та постройка была больше, но она лагала меньше. Ну, хотя там и нечему лагать. Походу здесь... Да, здесь жесть. А вот тут, скорее всего, много чего есть. Ты приварил? Да. Вон, дверь. Ты видел пиксель-арт сверху? Смотри, я точно как у тебя на канале, я прям один. Ух ты, слушай, а прикольно, кстати, в синей расцветочке интересно тоже смотрится. Все, ребят, блин, на самом деле за глюка будет. За пиксель-арт вот прям ногами. Ты видел, что здесь через таймер дверь открывается? Через таймер? Ну я видел, что он просто открывается. Иди сюда. Разве это недостаточно? Зайди. Стой. Стой. Мне нужно камеру приблизить. Ага. Посмотри, кнопка. О! Ого! Вау. Еще сделал. Ого, смотри, что там крутится. Там завод какой-то, что? Нет, это скользкомобиль. Так, подожди-ка. Это же не челлендж. А вот это вот что? Соединение. Включатель с кнопкой. Соединение. Зачем кнопки располагать, если они ничего не включают? Это же не челлендж. Вот, ну, кнопка, чувак, красная. Может быть, на самом деле это планировалось быть челленджем? Вот еще кнопочка, да, соединения опять нет. Реально челленджем пахнет. Вон, смотри, да, еще три этих. Ну ладно, давай нажимаем. А тут глюк, и что? А. Чего? Оно на свободном подшипнике. Да ладно. А не, вот, не, подожди, вот контроллер. Вот контроллер. Его активирует гейт. Ну все, пошло детективная история. Глюк.
Я решил проще. Ну ты лайфхакер, неинтересно вообще. Все, так, открываем. Смотри, и отцепилась сразу. Открываем. Вот это. Чего? О! Их две? Да, потому что нехрен ты узнаешь. Может гонять вдвоем на такой штуке. Я думаю, она одна, нифига, их две. Блин, вообще прикольно. Наверное, они знали, что ты будешь парно обозревать постройки. Вот. Слушай, офигенная штука. Это она сделана на каких-то рамах. Очень скользко. Как будто на воздушной подушке получилось. Ага. Там-то и прикол. Неплохо. Подожди. Прям неплохо. Помнишь, ты когда-то такую... О, тут еще дополнительное ускорение маленькую есть, нифига себе. Такую видел, помнишь, как-то присылали маленькую? Ну да. Как раз я тогда и сказал, чё это типа? О! Там на единичку типа больше ускорения. Да, ну стыка эта штука, у меня бампер-мобиль. Я в космос пока. Подожди, у меня есть идея, как это улучшить. А ну-ка давай-ка иди сюда. Подожди. Иди сюда, подожди, подлый трус. Подожди, рано. Во имя Маргариты! Глюк! Что? Мне теперь за ней бежать. Ну ладно, я тебе помогу что-то. Да-да, я понял. Фига она улетела. Не трогай ее, я сейчас сам ее оборудую, и да, вот тогда мне стоит. Я же хочу помочь. Ты дурак. Мне кажется, Сорс хочет меня убить сейчас. Ты дурак. 3 часа ночи. Хватит издеваться над мной. Это уже 4, считай. А, ну уже 4, да. Подожди. Подожди. Не ударяйся. Это что, это кишка свиньи? Да. Да, ну ладно. Ну блин, я не хочу так, я не хочу взрывать, она классная машина. Бампер-кар. Называется «Убеги от Сорза». Сейчас, подожди, я только пусть сделаю бамперы. А, так ты хочешь меня догнать, да? Ты не угонишься за мной. Изи. Знай это. Изи. Ты разобьешься скорее сам. Если я тебя догоню, то тебе будет плохо. Кстати, а там в этом постройке есть еще второй этаж, видимо. Вот я тебя догоню, мы узнаем. Она у меня плохо едет. Да ты не догонишь. Смотри, как близенько я могу проехать, а ты мне ничего не сделал. Я даже ускорение вырубаю. Да. Торро! Ага. Хитрый жук. Хитрый глюк. Да ты не угонишься ни за что вообще никак. Просто не врежешься в меня, если я не захочу в тебя врезаться. Ладно, меня просто занесло немножко. Ой, подожди, где я? Я над домом пролетел. И под землю улетел. Ты тоже, видимо. Ждем тебя сверху. Так, ладно, пойдем посмотрим, что в доме еще. Мне кажется, там есть еще несколько этажей. Что-то я далековато. Видишь, куда меня несло? Да, нормально. Нормально. Смотри, еще есть что-то сверху большое. А вот как туда попасть? Лифт. Не лифт. Нету лифта. А где лифт? А вот нету лифта. У меня есть, конечно, вариант. Подожди, это я зашел сюда. О, это кажется что-то лишнее, да. Это, видимо, что-то связано с высокими технологиями этого подарка. Там еще что-то сверху. Я думаю, снаружи, наверное, где-то. Смотри. Там опасно, смотри. Во-первых, тут прослойка масла, а сверху колбаса. Хлеб мы уже съели. Так а как наверх-то попасть-то, я не понял. Не знаю. Может, надо было на машине залететь нафиг. А что здесь только поршней вопрос? Так, я, короче, начинаю искать лифт. Так. Ой, это какая-то хрень странная. Зачем ты на свою фотографию посмотрел? А, лестница! Да, я только что... Ты ее включил? Да. А я разбираю, не понимаю, что это за хрень такая. Это лестница была. И не одна. Ладно. О, тут вертолет, смотри. Вертолет. Так, не включай ничего, а то сейчас будет бабень. Я открыл крышу. Ой, я случайно. Бум! Классно ты чихаешь. Бум! Бум, мадафака, бум! Я хотел выключить микрофон, но не успел. Так, давай, садись.
Я сейчас тебя как подвезу, офигеешь. Я так и понял. Так, ну. Все, летим. Полет стабильный? Да. Ну, ты, конечно, кривой, но... А ты как-то выравнивалка есть? Вправо, лево? Ну, что-то есть. Что-то определенно есть. Ё-моё, как меня колбасит сзади. Не переживай. Мы, раз уж мы летим жопой... Это вообще какой-то кит, короче, на этом... С пропеллером. Не, ну все равно это лучше, чем некоторые вертолеты, которые я видел. Тем более летит вроде, по-моему, nice and smooth, как говорят америкосы. Это как? Ну, типа, хорошо и плавно. Блин! Ох, ты же ёшки-макарошки. Это очень старая отсылка. Очень. Я не думаю, что кто-то это помнит. А прикинь сейчас в комментах. А вот это вот с этой вот темы вот. И ты такой, блин, не один я такой старый вот этот вот. Так. Ну ладно, допустим. Тебе подарили вертолет. Тебе подарили два транспорта на воздушной подушке. Что, допустим? Что тебе не нравится? Там бомбы. А как они детонируют? Мне просто интересно уж. А как они сильно детонируют? А! Сдетонировало! Ну ладно. Ну, минус вертолет. Заработало, да. Так, а есть у тебя волшебная туалетная бумага от клинер? Потому что, о, аж FPS поднялись. Да. Прекрасно. Слушай, тут прям такие подарочки что-то... Ну, знаешь, мясистые, я бы сказал. Да. Это скорее всего, ходун. Это ходун-сирун. Шагающий огурец. Это сирун-огурец. Он срет огурцами. Все нормально. Огурец, который срет огурцами. Ну да. Огурчик крик! Егорчик Крид, сказал, да? Нет, Егорчик Крид. Егорчик Крид. Мы не рекламируем Егора Крида. Этот... А что ты орешь, Егорчик Крид? Огурчик Крик. Егорчик Крид, ты сказал, я все слышал. Лайк. Это а утконоска из какого мультика, кстати? Это из Перри утконоса же. Да, вот. Ну вот, я его не смотрел. Подожди, вот, подожди, как у тебя в песенке поется? Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты лучше любого утконоса. Да, утконос, ты типа, какого хрена, чувак, да? Типа, ты не охренел ли, а? Глюк, лайк, утконос, что? А утюг, ну, утюга в песенке не было. А ты когда спавнишь подарки, ты смотришь, кто делал или нет? Не, подожди, не-не-не, закрой лифт, закрой лифт, нифига. Чё? Ты когда спавнишь, смотришь, кто автор? Ну нет. А, отлично, нет. Тогда смотри. Ну ладно. Нюха. Ух ты. Ух ты, ух ты. Да ты посмотри еще на полу вот эти бегающие огоньки. Да я уж заметил. Не, мне просто интересно, типа, вот эти вот уточки тут. Раз, видно. А зачем? Ты заходишь? Видимо, какой-то пароль нужен, да? Ну, подарок кому? Ну. Что ты там вводишь? Я свою дату рождения ввел. А Enter нажал ты после этого? Без года, наверное. Или с годом. Я не знаю. Никто же не знает, сколько какого года. Давай ты нажмешь Backspace. Backspace и Enter. Веди свой день рождения. Я уже попытался, не работает. Без года. Без точек. Без года. Просто дата не работает с месяцем. Подожди, подожди. Не вводи ничего. Ты что-то тут зафейдил, наверное. Я с такими панелями раньше работал. Какой у тебя днюха? Что ты нажимаешь? Я же слышу, что ты нажимаешь. Уже не нажимаю. Такого днюха говоришь? 12 марта.
Чё? О, подожди. Если ты не злюка... Ты пропустил половину. Ты половину пропустил. Я понял, да. Я просто горло еще разболелось адово. Подпишись на фигасе. Прикольно. Ну и все, что ли? Тут, да? Больше ничего нет. Колокольчик. Колокольчик, ютубчик. Пиксель-арт, честно говоря, наверное, дольше всего заняло у автора, если бы я знал, кто это сделал. Так, ну-ка подожди, кто это сделал? А, ну конечно! Ну-ка. 12.03 ну, пароль. Конечно, ты еще туда год приплел. А как я должен был это, значит, полную дату, знаешь? Песенка ворованная, признаюсь, вот этот блок. Вот да, вот песенку своровал, уточек своровал. Что-то уточек я сам сделал. Даже вот это вот подпишись на глюка тоже своровал. У меня же прям. У, злодей. Тут заключевала еще песенка, короче. Я думал, тебе понравилось, а ты вот злюка. Не, мне на самом деле понравилось. Мне больше понравилось то, что ты типа заходишь, а там, ну, типа, такой с уточками, с лазерной вот эта фигня под полу. Интересная. Да. А еще я понятия не имею, как ты сделал бегущую строку. Это, наверное, жутко геморно. Глюк, хочешь зубодробильный челлендж? Тебе потом. Нет, хочу нормально. Нет. Не задроцкий. Задроцкий. Не хочу задроцкий, хочу задроцкий. Тебе мало было сегодня, да? Я тебе сделаю. Моя мстя будет тяжелая и на пару часов минимум. Нет, это будет жестко. Подожди, там что-то логическое сверху. Что это? Это движитель. Двигатель. А, это какой он прекрасный двигатель вообще. Это контроллер. Ну... И зачем это? Не знаю. Я вообще не понимаю, типа, нахрена? А, камон. Глюк, а тут песня есть. А вот это круто. Только... Вот за песню на самом деле лайкос, знаешь, типа. Да, только есть. Я сразу есть понял, что он рванет после есть этого. Есть один прикол. Какой? Песня сделана, по-моему, либо Лего-фриком, ну, либо технологикником. Я не помню, кем точно. Кем, ну, скорее всего, откуда-то команд... взято, да. Кем-то из команды Дурфа. То есть, как бы, из этих умных дядек. Ну, да. Да. То есть, как бы, я бы хотел сказать, что молодец, красава, но... Тут ваза, чувак, смотри, какая изысканная ваза. Угу. Здоровская, да? Да, ненавижу такие подарки. А за флаг вообще бы убил, давайте я вам ваш флаг такой покрашу. Так. Нелетаемо. Не, почему летаемо, ну просто, ну типа... Ну летает. И что? Стабилизаторы, ну, типа... Нет. Ну это, подожди, оно похоже на какой-то космический корабль из компьютерной игрушки, я какой-то играл. То есть, ну типа да. Похоже, но не очень. Я не знаю, ну типа, ну ок. Не скажу, что прям мне тоже что-то сильно понравилось. Даже прошлый подарочек из-за музычки был не чешный такой, а это, ну типа, скучно. Ладно, ребят, на этом мы закончим. Ставьте лайкусы, подписывайтесь на канал Сорза. Ну, в принципе, и на этом все. Я пойду выздоравливать. Давай, а вам желаю не болеть. Не болей, давай. Всем удачи, всем пока. Пока. Ты подписаться должен на глюк. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.